Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры без стерилизации. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем необходимые овощи. Одну среднюю луковицу нарезаем полукольцами. Из одной небольшой морковки делаем цветочки. Для этого провязаем вдоль моркови 6 тонких неглубоких полосок. А затем режем ее кружочками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Половину болгарского перца нарезаем вдоль длинными ломтиками. Дальше берем чисто вымытую 3-литровую банку, на дно кладем 10 веточек петрушки, немного лука, парочку цветочков из моркови и закладываем помидоры. Наполняем банку как можно плотнее. Овощи чередуем между собой. В 3-литровую банку помещается около 2 кг небольших томатов. Затем заливаем помидоры крутым кипятком. Прикрываем банку крышкой и даем постоять 5-7 минут. Дальше сливаем воду в кастрюлю. Доводим до кипения и повторно заливаем ею томаты. Через 5-7 минут воду снова сливаем в кастрюлю. Добавляем примерно 50 мл чистой воды, чтобы маринада хватило наверняка. Кладем 2 столовых ложки без горки каменной соли, 3 столовых ложки с горкой сахара. Размешиваем и даем маринаду закипеть. Затем добавляем 4 столовых ложки 9% уксуса. Ждем повторного закипания. И выключаем огонь. В банку с помидорами добавляем 10 горошин черного перца. Заливаем до самого верха горячим маринадом. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Тепло укутываем. И даем в таком состоянии полностью остыть. Примерно сутки. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.